22 апреля 2020 год. Сегодня огромная и приятная дата, 55 лет служения владыки митрополита в Сеченском сане. В далеком 1965 году архиепископом минским и белорусским Сергием Петровым был рукоположен юный студент Московской духовной академии, монах Агафангел Савин. И с этого времени владыка начал служить Богу, церкви и людям. И у нас есть сегодня прекрасная возможность многотысячной нашей армии подписчиков, наших православных людей со всего мира, которые нам пишут записки, имена на службы с Америки, с Европы, с соседних стран России, Польши, Казахстана, Австралии. Давайте, друзья, запишем ролик поздравления нашего владыки. Скажем ему пару приятных слов. Ему будет приятно, и это останется в нашей истории. Для этого нужно на номер 073-017-1000 отправить в Вайбере или же в других мессенджерах видеообращение. Поставить вот так телефон, включить фронтальную камеру и сказать: «Владыка, дорогой, мы вас поздравляем, мы вас любим от всего сердца. Обязательно укажите город, страну, ваше имя и пару слов». И я думаю, владыке, во-первых, будет очень приятно. Во-вторых, мы покажем нашу многотысячную, дружную православную семью, которая проживает на нашей планете. У нас есть уникальная возможность засвидетельствовать, сколько нас, кто мы, как мы выглядим, и поздравить нашего владыку. Друзья, мы верим и надеемся, что вы это нам пришлете. Присылайте, мы покажем всему миру.